Те, кто успел захватить конец 80-х, начало 2000-х годов, должны помнить массовую популярность лосин, разноцветных, плотных, обтягивающих брюк. Мода циклична, и они вновь актуальны. Фасон несколько сдержаннее, но не менее интересен. Ныне самая трендовая вариация – кожаные леггинсы. Сегодня мы поможем разобраться в вопросе, с чем их надеть. Зимой очень актуально носить кожаные леггинсы, дополнив ансамбль свитером грубой вязки. Фасон и материал верха выбираем в зависимости от типа и формы фигуры. На модели у нас черные леггинсы, сверху черная водолазка. И все мы обыграли огромной сорочкой мужского типа, которую интересно и необычно застегнули. Худи, свитшоты в духе оверсайз и, естественно, только удлиненные. Вариант того, с чем носить кожаные лосины осенью и прохладной весной. Подобный ансамбль отлично впишется в модное нынче направление спортивного шика. Если это ваш случай, то рекомендуем вам еще обратить внимание на подходящую обувь. Вопрос, с чем их носить, решается просто. Выбирайте комби-пару спортивного стиля. Также в этом сезоне обратите внимание на цветные леггинсы. Они могут быть не только в винном цвете, также можно выбрать беж либо зеленый. А кроме того, вы можете обратить внимание на лаковый вариант леггинсов. Они отлично будут сочетаться с оверсайз-пиджаками, объемными свитерами и сорочками мужского типа. Длинное пальто – это идеальный вариант для зимы. Оно как нельзя лучше смотрится именно с кожаными лосинами. Главное – подобрать правильную длину. Помним, что необходимо прикрывать линию шага. Выбирайте лосины исключительно по вашему размеру. Помните, вопреки всем мнениям, они вовсе не скрадывают вашу фигуру, а наоборот, могут выделить какие-то недостатки. Тем более кожаные леггинсы. И помните, если у вас немного полноваты ноги, то это вовсе не ваш вариант. На модели у нас кожаные лосины с оверсайз-пиджаком. Он закрывает паховую область и красиво формирует силуэт. Отдавайте предпочтение полуматовой коже. Она смотрится более сдержанно и элегантно. Ее легче комбинировать с иными материалами. Блестящая лаковая хорошо выглядит только на девочках-подростках или студентках худощавого телосложения. В любом случае, пробуйте их применить в своих образах.